Йоу, я Дмитрий Воронцов, мы по-прежнему в Грузии, здесь мы встретились вот с прекрасной девушкой Леной, которая родом из Новосибирска, сейчас живет в Америке и, как сказал Руфат, в Африку ездит как к себе в соседнюю комнату. Вот. Однако у Лены там были какие-то приключения, в какой стране? Ну, были в многих странах приключения, но вообще была, жила в Танзании, несколько месяцев в Египте тоже. И в Замбии. Что там за дядька был какой-то ночью? Он был черный, да? В Замбии, ну, в Замбии. Ну, хоть не, непонятно, да. Замбиец он или зимбабвец, то, что вообще город Ливингстон на разбудил, границе. То есть он тебя разбудил, да, где-то? Ну, я спала, там в 3 часа утра ко мне вломался этот мужик. Ну, он сломал прям дверь, потом полусломанно посмотрела. Он очень громко. Почему-то, что меня разбудит ночью, вообще очень сложно. Я не знаю, как я вообще проснулась. Вот просыпаюсь, часа, да. Смотрю, надо мной мужик черный стоит. Я такая, начинаю пытаться орать, потому что еще голоса нету. А его реакция, ну я думаю, вот если он мне даже дал бы секунду, я бы просто убежала, но мне даже его не дал эти секунды, начал просто бить чем-то по голове очень сильно. Я такая думаю, ну блин, сейчас как бы умру или изнасилуют. Как ты вышла из этой ситуации? Ну я начала как бы отбиваться, я сама удивилась, что я чего-то против него делала, ну такая, ну отмахиваюсь, такая кричу на английском, уходи, уходи. Он, похоже, испугался, но, по-моему, он вообще на чем я перепился от испуга, потому что он не ожидал, что я проснусь. Но он пытался у меня компьютер взять, который около постели лежал. Он хотел украсть этот компьютер? Ну да, но он уже украл, как бы, ну потом я обнаружила, что украл у меня этот фотоаппарат и что-то еще. Ну, в общем, компьютер он бросил, потому что я его испугала, хоть я сама еще больше испугалась, но он убежал. Потом смотрю, у меня просто кровь везде, я такая думаю, блин, а голова прям сильно болит. Думаю, вдруг я сейчас в обморок упаду. Позвонила там одной подружке, разбудила соседи, там у меня француз с замбийской женой жили, очень милая пара. Они меня отвезли в больницу, где там меня мужик зашил, мы разбудили доктора. Он такой очень сонный, такой, ну, держи себе там голову. Мне там эта медсестра отрезала волосы. Она говорит, слишком много... Музунгу волос. Музунг — это белый человек. В общем, я такая, не надо отрезать все мои музунгу волосы. Она такая, их слишком много, режет. Такая, пожалуйста, оставь что-нибудь. У меня до сих пор вот здесь так покороче волосы. Когда это примерно было? То есть? Ну, это было полтора года назад, то есть, да. Летом 2014. Это Замбия, да? Или 2014, да, Замбия. А город какой? Ливингстон. Там на границе с Зимбабве, поэтому там все замбийцы такие, о, да, это наверняка зимбабвцы, они все на соседей любят валить, но они там совсем вот соседние города. В Ливингстоне известны водопадом, там вообще город очень классный, если честно. Жалко, что это произошло. Ну, вот такие бывают приключения в Африке, как говорится, не ходите, дети, в Африку гуляйте. Сейчас мы находимся в гостеприимной Грузии, здесь у нас скоро будет большое-большое застолье, здесь тепло, хорошо. Поэтому... Вино, шашлык. Да, вино и шашлык, да, йоу.